Больше 4 часов, 2 грумера и 1 помощник, десятки литров воды, килограмм шерсти, средства и инструменты и много сил и счастья. Эту собаку зовут Софи. Ее нашли в Александрове. Теперь Софи не бездомная. Она живет в приюте Простоквашино и ждет своих будущих родителей, которые полюбят ее всем сердцем. Но кому-то сложно увидеть в этом грязном, испуганном, заросшем и покрывшемся колтунами комочке счастья красивого и достойного любви пушистого друга. И поэтому мы решили ей помочь. По традиции мы привезли малышку в груминг-студию Изодора, чтобы привести ее в порядок. И вот что у нас из этого получилось. Сказал, что Софи очень похожа на бородатую колли. Кто-то, что это настоящий ирландский мягкошерстный пшеничный терьер. А кто-то говорит, что это породистая южно-русская овчарка. Некоторые, что метис разных пород или даже бобтейл. Но разве это важно, когда собаку любят такой, какая она есть? А мы лишь помогли увидеть людям ту красоту, которая скрывалась под толстым слоем грязи и комками шерсти. Теперь Софи ждет своего самого близкого и родного двуногого в приюте Простоквашино. Любите своих собак, и будет вам счастье!